Выбросили на улицу троих сестер-ретриверов, подобрали на обочине волонтеры. Теперь собаки ищут дом. Любимцы детей и настоящие компаньоны. С одной из них мы сегодня вас познакомим в нашей рубрике «Пристроим вместе». Если бы Лада была человеком, она, конечно же, писала стихи, играла на каком-нибудь музыкальном инструменте и даже лает она с каким-то французским прононсом. Скажи что-нибудь. Она не любит сидеть на месте, а больше всего мечтает сменить временный вольер на мягкий коврик в родном доме. Она очень воспитанная собака, обожает детей и прогулки в лесу. Ладу вместе с семью братьями и сестрами выбросили на улицу. К счастью, их вовремя нашли и доставили в зоосемейку 39. Сейчас из большой семьи Лады осталось только трое, все остальные уже нашли свой дом. 8 милых маленьких полуретриверов мы нашли на улице Катина, выброшенных также непонятными людьми и по какой причине тоже. Вот они у нас подросли до такого возраста, сейчас осталось трое девчонок, остальных всех пристроили. Девчонки супер покладистые, по характеру прям изумительные. То есть в любую семью, где есть маленькие детки, они будут самым лучшим подарком. Познакомиться с Ладой и двумя ее сестрами и договориться на встречу со своим будущим членом семьи можно по телефону зоосемейки 39, указанному на экране. Приют всегда рад посильной помощи. Требуются корма, продукты любые строительные и пиломатериалы, емкости и многое другое. Найдите себе новых друзей или сами станьте другом для зоосемейки 39.